Вы спрашиваете, где большой тест-драйв? Там, где миллион подписчиков. Там, где машина разыгрывается между нашими подписчиками. Они стали отписываться. Отписываются слабаки. Дебилы. Короче, мы там, где мировая премьера, ребята. А мы там. Мировая премьера здесь. Здесь она, мировая премьера, да. Потому что, слушайте, на самом деле, почему мы рядом с Mitsubishi? Вроде бы машина делается 10 лет. А потому что, по статистике, которую я лично читал в начале года, ASX является в России одним из самых популярных кроссоверов. Реально. И вот он, наконец-таки, обновился. Обновился. Да, серьезно, это значит внешне и в плане отделочных материалов. Давайте посмотрим, ребятушки. Что касается внешних изменений, то они налицо. Вы все видите своими глазами. Хром, оптика, фонари. Мне кажется, вот особенно фантастично выглядят вот эти детали. Вот. Именно здесь будет много-много грязи. Это очень хорошо. Свежий кораллово-красный цвет. Про коралловый? Нет, не коралловый. Гуттаперчевый. Нет, не гуттаперчевый. Ну и, конечно, задние фонари. Они прекрасны, эти фонари. Да-да-да. Товарищ, хорошо, все нормально. Вот, ну что, спасибо. Я считаю, что вот эти торовские, то есть вольвовские, конечно же, ходовые огни задние, понятно, что не самые оригинальные, но выглядят очень даже прилично и вкусно, правильно, ребята? Вкусно. Да. Внутрь мы будем заглядывать? Или нам сказали идти нахрен? Не знаю, что это, человек. Все, да, давайте. Thank you. Да, и не вздумайте, кстати, подписываться на канал «Большой тест-драйв». Потому что автомобиль должен достаться тому, кому надо, ясно? А не каким-то чмошникам, которые взяли так вот и с кондачка побежали. Ну что, товарищи, хочу вам сказать, что... Свет включите над собой. Не, нажмите на лампочки просто. Вот, да. А как думаете, светит на меня? Да. Не очень сильно. Рассказывайте. Ну что, мягкие материалы отделочные, да? Да. Белград. Через Львив куда-то рвутся. Посмотри, куда? В Киев. Кто? Да кто-то сидел здесь, западенец какой-то, ты понимаешь, через Львов. Мог бы нормально... Привезли к этому видео дизлайков, дядь Сережа. Да чьих дизлайков-то, чьих? А, Харьков. Кто так пишет? Харьков. А как? Харьков. Харьков. Вот, ну смотрите, приборная панель. Ну, ничто не может изменить дизайн центрального колодца, так сказать, бортового двух компьютера. Не-не, про бортовой компьютер. Ну, ничто не может изменить этот дизайн. Зато он вечен. Медийка, пожалуйста, Rockford Fosgate звук. Вы помните, у меня был звук Rockford Fosgate? Я вам подарил его. Да, $4000 стоил. Четыре? Я потом вам отдавал эти деньги 2 года. Чувак. Вы отдавали мне эти деньги? И вы отдали мне их? Слушайте, а вы не придумываете ничего сейчас? Нет, вы просто забыли. Я забыл это, естественно. Так, ну что могу сказать? Все по-прежнему, опять же, с климат-контролем. Все проверено. Все те же кнопки, которые, если ты нажал, то жопа будет жариться до последнего. Вот, все понятно. Добавились, видимо, USB. Сразу 2, чтобы не верещали. Упыри. Ну что, в целом, я смотрю, люди пытаются что-то делать при помощи проверенных отделочных материалов. Но сидушка достаточно, ну, в сидячем положении, опять же, комфортабельная. Давайте морду еще раз посмотрим. Давайте посмотрим на морду. Выходите с машины, удобно. Пока наши коллеги не начали. Да. А где пальто? Отец Сергий. Yes. Вот такой раскрасневшийся к концу уже рабочего дня. Посмотри на него, да? Конец, все, заканчиваем. Ну что я могу сказать? Эти фары. Это Sportage, правильно? И этот, как его? И Hyundai. Hyundai. Да. А снизу что? Это ультразвуковые датчики. Не, ну все в стилистике L200. Все в стилистике нового L200, конечно. Машины должны быть похожи друг на друга, да. Но L200, кстати, выглядит круче. Брутальнее, да? У него есть крюк. Может быть, какой-нибудь фальш-крюк на него привесить такой? У вас тоже есть крюк, но вы не выглядите так
брутально, как L200. Брат, у меня колотушка. Если у тебя крюк, тебе надо к хирургу.